Всем здравствуйте! В данном видео мы будем сравнивать дождевики. Дождевик Stella, который идет на сайте шиншилка.ua под кодом 190.21, и комбинезон Pet Fashion, который идет на сайте шиншилка.ua под кодом 145.09. Сразу можно заметить, что из общего в этих дождевиках то, что змейка застегивается на спинке. Плащевка в стеле гораздо плотнее и ее легче мыть. Что касается подкладки, в КБУ она утепленная, то есть она идет плотнее, она стеганая. В стеле она легкая. Что касаемо явных отличий, КБУ подходит и для мальчика, и для девочки. Стелла идет только для девочки. Светоотражающие полоски есть и в КБУ, и в стеле. В данном дождевике на манжетах есть затяжки, что делают удобным фиксацию манжетиков на лапках собачки. Эти фиксаторы являются очень удобными, если у вашей собачки туловище подходит к данному комбинезону, а лапки для него слишком короткие. Они поднимаются вверх и затягиваются с помощью специального крепежа. На собаках данные комбинезоны также сидят по-разному, и также по-разному собаки в них двигаются. Эх, хорошо.